spirit. Radiant team pick. Всем еще раз добрый день, друзья. Микрофон снова Лекс, это студия SLTV. Продолжаем смотреть за The Summit 3, регион Азия, команда MVP Hot Six против команды Минески. Вторая карта, что-то мне подсказывает, что она будет такая же быстрая, как, собственно, и первая. Минески выглядит намного слабее, Hot Six выглядит очень круто они играют, очень сильно. Несмотря на то, что вначале они там намудрили в плане того, как стали на лейнах, ничего не получалось, ни на топе, ни на миду. Смогли восстановиться, смогли показать опять же свой скилл на опыте и победили команду Минески за 30 минут буквально. Все стороны спушили, пошли и дождались надписи ГГ. Ну и посмотрим, что же будет в этой карте. Надеюсь опять же, что Минески смогут показать свои зубы, но очень это сложно. Они пытались, они старались, но не так это просто как-то огрызнуться против такой сильной команды. Напомню также, что после этой игры у нас будет команда Рейв против команды MVP Феникс, MVP Феникс. Там все будет посложнее, потому что Феникс и Рейвы примерно команды равные, равного уровня. И вот там будет действительно уже все очень серьезно. Там будет игра насмерть. Несмотря на то, что это даже как бы винра и как бы есть шанс восстановиться в лузерах. Ладно, давайте переходить к пикам. Снайпер, Бадрайдер, Шторм Спирит и Скаймаг у команд MVP и Минески соответственно. Ну и ФП вот такие вот не самые обычные, сразу двух кор-героев забирают Хотиксы. Это и снайпер, это и батрайдер. Минески же довольствуются штормом и скаймагом саппортом. Ну и по банам Квапа, Ио, Шейкер, Акс, Дизраптор и Энигма. Ну и пошли баны дальше. ВП уже очень хорошая инициация, с батрайдером прыгаешь, убиваешь, но, в принципе, также у Минески есть уже комбо-вомбо такой, Вортекс плюс Мистик Флеер, убивать можно того же снайпера, снайпер, как мы знаем, очень тонкий герой, если он там не покупает какой-то скади, блэкенбар, то проблемы у снайпера есть, в плане выживаемости. Минески все же добирает бисмастера, в прошлой игре его банили. Тут у нас возник в паблике vk.com/lexdota2 спор о том, что как нужно называть виспа, либо ИО. Типа что висп, только висп, никакого ИО. Ну, друзья, бисмастера можно называть таким успехом Рексар. Некрофос, как там раньше-то назывался, уже забыл, как Некрофос. Но тоже у Некрофоса было другое имя. Виндрейнджер была Виндранер, да? То есть там столько можно менять, и мне кажется, это глупо, потому что много... Кто смотрит доту, еще только начал смотреть, только начал играть. Много таких людей, все же новичков немало. И когда ты называешь Рексар, все таки, а кто такой Рексар вообще? Где? Вот он, Рексар третьим пиком, как что непонятно, да, казалось бы. Так что спорить, конечно, можно, но в принципе и Ио, и Виз правильно произносить. Так что не стоит на этом зацикливаться. Бич-доктор от команды Hot Six. Бич-доктор. Саппорт появляется первый. Саппорт, опять же, с крутым прокастом. Саппорт, который идеально подходит под батрайдера. Это лассо, это маледикт плюс дезвард. Это килл любого абсолютно. Там даже шторма будет несложно остановить. Не хватает Hot Six какого-то героя с сайленсом. Потому что шторма нужно салить как-то. Вот Минески, кстати, сами сайленсера себе и берут. Сайленсер. Герой очень противный. Это Глобал, это Last Word, это еще и Курса. Там все способности наносят огромные неприятности. Стоять на лейне с этим героем тоже очень неприятно. Но это будет у нас сайленсер саппорт плюс скаймаг. То есть саппорт таки не самые активные в плане там гангов, убийства того же снайпера.
потому что нет стана. Есть сайленс, но нет стана. Есть замедление, но нет стана. Понимаете? Потому что пока, по сути, стан только у бисмастера есть. Это ультимейт, ну, у шторма есть фортекс, но это такой таргет стан. Не самая полезная вещь в тимфайте. На MVP есть лассо, есть каски. Нужно добрать второго саппорта под Вич Доктора. Нету, кстати, в бане Винги. Почему Минески ее не взяли, непонятно. И тут Свен появляется от Hot Six. Возможно, экспериментирует, потому что понимает, что они сильнее на голову, а то на две. Можно показать какие-то новые тактики. Но вот он Свен. Вот он Свен. Свен, как понимаю, фармящий. Хотя Свен как саппорт тоже интересная штука. Свен с тем же Аганимом, да. Если там добирать, опять же, каких-то еще дэмэдж-дилеров вроде снайпера и взять... Опять же, какого-то дамагера очень сильного. Тролля, например, под снайпера, да? Ну, если бы он в бане не был, то было бы вообще весело. Но Свен Кэрри, Свен, которому мана особо не нужна, с сайленсером ему мешать не будет. Свен, который будет у нас бегать с момом, с блэкенбаром, с блинкдаггером в идеале и громить все карту. Ну и Минески необходимы в мейн кэрри. Есть шторм мидер, есть оффлейнер бисмастер, есть скаймаг плюс сайленсер. Нужен какой-то крутой кэрри. Ну вот Лундруид, возможно, какая-то сигнатурочка у команды Минески. Я, к сожалению, с командой-то не особо знаком. Азию не так много смотрю, потому что стримы и ночные у нас, и Европы. Нет просто времени пересматривать абсолютно все матчи. Я не знаю, кто все матчи смотрит вообще. Все матчи посмотрел от этого игрового дня и ближайших дней, кто посмотрит. Это просто герой, потому что в доты, наверное, в сумме получается часов 16, это точно. То есть там на передышку часов, даже каких 16, больше намного. Передышка там часов 5 максимум. То есть 19 часов доты в сутки, каждый день. Это всю неделю абсолютно. Это, конечно, это только студия StarLadder TV, еще плюс есть студии другие, которые комментируют игры. Конечно, очень насыщенные дни получаются в доте. Ну что ж, по банам Чен и Лондруид отлетают. И Минески Last Pick. Мейн кэрри для команды Минески нужен, если это не будет формящий шторм и какой-нибудь сайленсер соло мид. Остается буквально пару секунд. Берется антимаг. Антимаг, которому нужно фармить, но вот... Вот в чем беда, ему нужно фармить. Команде VP, ну Свен, ему взять какой-то мом или блинкдаггер, а лучше то и другое, все, это не так много денег. Там в сумме получается, ну, в районе 4000. То есть антимаг тоже покупает себе БФ там в районе 4000, но антимаг покупает БФ, чтобы что делать правильно? Фармить. А Свен покупает блинк и мом, чтобы убивать. И скаймага, и шторма, и антимага можно убивать, опять же, с момом, с ультимейтом Свена, со станчиком этим, который тоже немало дэмэджа наносит. Еще плюс снайпер, еще плюс батрайдер. Еще и Лина появляется здесь. Вот так вот. Ну вот Лина. Кстати, а может реально. Нет, Свен все же кэрри. Я думал, будет Лина сейчас какая-нибудь с кэрри, а Свен саппорт еще. Было бы забавно. Но вроде как садится фарф на Свена. Будет. Кэррить именно он. Разбирают, ребята, героев. В чатике вроде тишина. Ну, сейчас, наверное, будут паузы чем в ТК-5, как любят наши друзья из Азии. Остается одна Лина бесхозная. Ну и напоминаю, счет 1-0. Команда MVP проигрывает. Выигрывает, конечно. Минески у нас первую карту проиграли. Ну и с таким, опять же, пиком MVP вроде как должны закончить игру очень быстро, там буквально за 30 минут. Когда у вас только агрессия, у вас есть Лина, это саппорт, который тоже крайне агрессивно. Лина саппорт плюс Вич Доктор, это действительно, опять же, килл любого, даже антимага. Там Лагуна Блейд плюс Дезвард плюс Маледикт, а если Маледикт еще максить, то это будет вообще веселуха. То есть есть чем цеплять MVP и того же Шторма, то есть стан раз, лассо 2. Свен стан 3, Вич Доктор стан 4. 4 потенциально из дизейбла. Против шторма. Против как антимаг. Антимаг тоже, если его начинать дизейблить, либо давать сайленс, то блинк-то нельзя использовать. А тут лассо. Ну, посмотрим, конечно. Намудрили с самого начала, а MVP отдали очень крутых героев. Ну, хотя, как бы Свен не самый популярный в последнее время. Его, когда его брали-то последний раз, интересно было бы узнать, но очень давно. Очень-очень давно. Да, готовы, ребята. Ну что ж, кто на ком?
Фореф играет на Свене, МП на снайпере, Дубу на Вичдоктере, Хин на линии, и на топ идет у нас соло Джерекс стоять на Батрайдере. Команда Минески, Джейси Ваш играет у нас на Бистмастере, Куку на Шторме, Ова на Сайлосере, Джей садится на Антимага, и на Скаймаге будут катать РР. Ну и стычка. Стычка будет на ботами. Идет антимаг. У антимага есть, правда, блинк. Свен. Свен. Нашел антимага. Блинк не успевает сделать антимаг. Да ладно, пошли каски. Лина стан также дает, но не успели. Совсем немножко не успели. Славил там Свен Last Word. Да, как-то Лина запозднила. Хотели до последнего держать стане, дабы там... Полетел. Птичка. Птичка умирает. Отдает 30 золота снайперу. Ну и... Свен потерял, кстати, много маны, потому что еще и Last Word висел там... Не мог ничего атаковать, плюс стан требует много. А на пул у Свена на уровне Джиггернаут очень маленький и сложно без каких-то аркану саппортов. Но тут Лина должна быть с арканами, либо Вич Доктор. Тогда будет немножко попроще. Так, рамку я надеюсь убрал. Да, все убрал. Ну и шторм. Ремнанты понаставил. Руну придется отдать. На топе там Батрайдер. Есть напалмы, стаков пару уже наделал. И воюет, кстати, с Бисмастером. Правда, кабан бьет, вот это неприятно. Кабан. Забрал руну Джерекс. 4 стака висит, 5 стаков. Пошел на Джерекс. А можно попробовать убить. Бисмастер, 6 стаков уже висит. Ну, решил уйти. А можно было попробовать. На кабана пытается хотя бы забрать. Нет. Теряет время в итоге Батрайдер. И на кабана, и на бисмастера. Мог бы убить, мог бы. Там было 6 стаков, там было бы уже 7 в этом моменте. А телепортов-то навряд ли кто-то купил. Да, телепортов не было. Но это Джерекс не знал. Были там телепорты, были ли там игроки вообще. Ну что ж, 3 плана 3 плу для антимага, это ужасная новость, антимаг должен фармить просто нон-стоп, но ведь, ну, здесь ему говорят, не-не-не, а-а-а, не сегодня антимаг, начинает Элина тыкать, есть там опять же и Вич-доктор, у Свена готов уже стан, то есть опять же 3 стана, ну вот Скаймагу убить попроще, Скаймаг-то без блинков. Скаймаг очень тонкий, 0 армора, пошли голуби, Last Word вешается, стан Скаймага, Лин успеет ли прожать стан, стан прожимается, каски полетели, там Лина очень красная, Скаймаг, тычка, минус Скаймаг, живет, Лина прожимает, там еще Hell and Safe, и ставится пауза, ну вот, тычка летит, там нет, делается блинк, майстик, ну стак, ага, слушайте, реально не стакаются? Угу. То есть у одних пишет, что 6 стаков, а у Бисмастера 0 пишет. Наверное, это... Да, это баг, то есть на деле тут реально 6, но если он прожмет, то у него появится. Забавно, слушайте. Баги Дота, это вообще весело. Ну и Вич-доктор. Ну хотя блинк провязать не будет блинка. Блинк, Вич-доктор. Немножко попытался смасовать, не получилось. Стан, Сайлансер неудачный. Сайлансер пытается воевать. Сайлансер, там огромные тычки летят от Свена. У Свена 67 дэмэджа. Ну и минус 2. Размен на 1 ВД. Что там по стикам? Бисмастер пока еще стики не видит свои, да. Печально. Надо самому как-то считать, какие-то подсчеты делать устные. Ну, не очень это, конечно, приятно, но... Тем не менее, что поделать? Поделать-то и нечего. Прилетает Сайлансер. Первый уровень по-прежнему, у Лина уже второй, есть там и задув, есть и стан. Ну, Сайлансер пока что без курса. Кстати, курса было, наверное, бы полезнее, но прокачал он там при файте Last Word, так что приходится пока что довольствоваться этим. Шторм у нас без головы, мне так кажется. Нет, шторм с головой, окей, такая прическа просто интересная. Ну и Батрайдер делает отводы себе, все фармит. Там еще бы ему сделали стаков в лесу, было бы вообще отлично. Ну и Бисмастер 5 крипочков, у Батрайдера 9. Батрайдер жить Бисмастеру не дает, ну и руна забирается. Думали, что кто-то сейчас придет сюда, будет эту руну забирать. И тут такая вот неожиданная трипла бы выехала с тремя станами. Бисмастер стоит и мучается, тяжело очень фармить бисту. Тяжело выходить под этими напалмами, под фаерфлаем. Лина, просто стан в лицо. И Джей на пол хп просел. Ну вот так вот, Лина просто пришла и дала стан. Все под Клэрити, Клэрити полностью использовались на славу. Last Word дается, Last Word сбили. Свен пошел на Сайлансера. Дается там, правда, вард, но дается стан за станом. Есть задув. Скаймаг. Будет ли погоня? Нет, не будет. Ну, так вот наглеют, да, там такая вот арава гопников, скажем так, которая будет идти по тавру постоянно. Здесь у нас Батрайдер чудом выживает. Ну, нету у Бисмастера топориков. Есть пассивка. Есть вторые сумоны. Топориков нет. Были бы топорики, наверное, бы эти 70 дэмэджа бы и хватило. Хотя, ну, не факт. Остается Батрайдер у нас без
Под хилом она должна транквила лететь. А, летит ботл. Ботл к Джераксу улетит. В любом случае, он полностью станет фуловым и по мане, и по хп. Ну и антимаг. Один из крипочков у Свена. 11 также, но Свен там, правда, фрагов наклепал. И ассист есть. Лина пошла, видимо, на базу, да. Немножко ману. Подрегенила. Ну и можно лететь, снова убивать. Снова убивать. Антимаг, конечно, посложнее, а вот саппортов элементарно и просто. Скаймаг, опять же, 0 армора. Скаймаг 600 хп. Это вообще не проблема. На миду, кстати, тем временем. Шторм против снайпера. Снайпера. 14 крипочков у шторма, немножко побольше. 17. Все очень ровно. Ну и видишь, что здесь есть отводы. Недовольна команда MVP, что эти отводы вообще делаются. Пошел там Свен хоть кого-то искать. Находит у нас Сайленсер. Нет, Сайленсер спрятался. Сайленсер спрятался, да ненадолго. Стан пошел. Еще раз пошел стан от Свена. Каски минус Сайленсер. На мид. Сместился Скаймаг. Шторм. Выживает, снайпер, могут быть проблемы, летит там и от Тавра тычка, Скаймаг, есть голубь через пару секунд, сразу телепорт дается у нас от Вич-доктора, ну и снайпер остается в живых. Вич-доктор уже прилетел, мог бы отменять телепорт, но не успел. Руна, Батрайдер забирает себе в ботл. Там Джей снова ловит прокасты от Лины, и задув там, и стан, ну и Джей страдает. Хотя вроде по крипстату, опять же, все так плохо. Джеракс ловит конкассию, Firefly нет, Джерекса проблемы, телепорт там никто сделать не может, ну и Джерекс закупается и умирает. На, немножко загулял, и говорит Вич-доктор, а у меня нет телепорта, друг, Лина телепорт имела, почему-то его не сделала. Может, только что купила, наверное, так оно и есть. Только что приобрела телепорт. Да и улетать от Свена не очень желательно, потому что Свена здесь одного убивать могут. Ну и заход на снайпера. Намечается, влетает шторм, вортекс. А вортекс, ну вот опять же, эти штормы новомодные. Без вортекса, но снайпер, стики прожал, снайпер живет. Снайпер, задув. Hell and safe, и снайпер уже дает на 30 кп. Буквально выжил, и красавец, снайпер. И уходит отсюда. И скаймаг, и шторм. А был бы вместо вот этого оверлода третьего, был бы вортекс один, секундочка была бы. Секундочка хотя бы. Там и замедление, там всего было бы, ну. Не хотят, не хотят эти новомодные штормы качать. Вортекс. Ну вот, поэтому снайпер за счет своих стиков и выживает. Выживает, идет на базу. Купился уже телепорт и снова возвращаться будет на лейн. Антимаг, 25 крипов имеется. У Свена у нас 19, так просто дал стан. Свен пошел в барабанчики на топе. Запили у нас бисмастера. Каски полетели, кабан. Тут как же мешает этот кабан. Топоры и не хватает маны на ультимат. Стики прожать бисмастер не успел. 2-5. Неплохо MVP начинает, но мы видим, что Минески огрызаются. Огрызаются и с чем? Есть все же Шторм, который крайне опасен своим ультимейтом. Есть Скаймаг, который тоже может свои способности показывать. Нету пока Сайленса, есть второй Эркомболт, есть Конкассив Шот. Ну и антимаг. Почти готов ультимейт, 1000 золота, ПТ появляется у Свена. Тем временем, Базила. Посмотрим, будет это барабанчик, либо сразу Блинкдаггер, плюс Мом. Снайпер, 400 золота, рейсбенд, ботинок, клини летит у нас, что, клини, ну там варды, там кларити, все понемножку, бисмастер с ультимейтом, ну и пока что этот ультимейт не реализован, в то время как лассо успешно использовано, и батрайдер 7 уровень, батрайдер 1300 в руках почти имеется, ну и будет фармить себе блинкдаггер. Джерекс поскорее, с блинкдаггером уже можно просто уходить с этого лейна, там будет стоять вич-доктор какой-нибудь, либо вообще Свена сюда позвать, забить на вот это вот. Товарища Джея, хотя Свен, Свен, он тут не один, тут еще Лин рядом, паспорт пошел, стан будет кого-то дать, просто дается Warcry, прилетает Шторм, Шторм улетает сразу же отсюда, ловит стан, стоит на месте, ну Лина здесь осталась абсолютно одна против вторых Лина, есть стики, Лина, стики, ну тут мановойд, понимаешь, что даже со стиками выжить было бы очень сложно на 30 хп буквально, ну и немножко начинают фидонить-то MVP, ход CX. Вот фраги за фрагом отдают, получает там сейчас антимаг 365 золота, антимага 1800, у антимага Ring of Health. Я не знаю, я не буду, надеюсь, что это не будет какой-то мидас, потому что мидас, наверное, не так круто подходит, например, как тот же Battle Fury. Здесь два телепорта дается, бисмастер живет. Кабан, кабан до конца, стан дается. А почему стан-то не бисмастер-то дать каски? Опять кабан же мешает жить. Тут нету рора, но приходит у нас Джеракс,
цепляет нашего Батрайдера. Бисмастера, ну и минус Бисмастер. Я не знаю, почему он так далеко пошел, зачем. Да, он понимал, что у него есть кабан. Он понимал, что он, скорее всего, убивает Вич-доктора, но... Он должен понимать, что он сам убьет. Умрет. И убьет, и умрет. И он умирает. Это размен саппорта на оффлейнер. Это очень круто для команды MVP. По деньгам там, в принципе, все будет ровно. А вот то, что оффлейнер лежит на базе, это не очень круто. Не очень круто. Антимаг Клеймор приобретает. Есть Void Stone также. Ну и антимаг еще тут немножко. 1100 нафармить. Будет БФ. Опять же, достаточно ранний. Ну и смотрите, 5-6 пришли. Скаймаг плюс Шторм убили снайпера. Снайпер на лоу хп. Всегда бегают, у снайпера там никогда нет огромного количества хелспоинтов. Свен, курс условил, Варкрай. Ну тут сбивать-то курсу не так уж и сложно. Курьер. Курьер тут увидел Свена, понял, что лучше облететь стороной. Смещается Вич-доктор. По крипам он прошелся, но вот... MVP сейчас не так все просто дается. Но Свена тоже нужно фармить айтемы. Стан. Опять же, просто чтобы сбить эту курсу. Курса притом третья. Там в итоге все равно маны побольше сожгет. Ставится у нас тут пауза. Сайленсера. Какие-то проблемки. Проблемки у команды Минески. Ну, вот эта игра пока что будет ровной, потому что и по графикам 1100 по золоту, по экспириенсу тут у нас все предельно ровно. Минески-то пока что лидирует. Но, правда, беда в том, что на первой карте это тоже и Минески сначала лидировали, а потом случилась беда. Потом случилась беда, потому что Тини там начал делать огромное количество фрагов вместе с своим товарищем Виспом. Как первая катка пошла? Пошла первая катка, ну, я говорю, за 30 минут команда MVP победили. Но здесь, опять же, сейчас просто еще Свен не готов к войне особой. Но, в принципе, мне может сказать любой человек, что антимаг тоже не готов к войне. Антимаг ты тоже должен фармить. Батрайдер. Есть блинкдагер, ну и надо идти. Надо идти цеплять. Правда, на лоу хп, но руна появится через 15 секунд. Там на руну идет Скаймаг. Ну и снайпер вынужден отправиться в леса. Потому что на лейне стоять-то можете легко против этого шторма, но вот эти ганги, они очень сильно мешают. А контролится у нас хоста. Пока ее никто не забирает. Шторм же забирает себе баунти рун. Ну вот немножко игра успокоилась. Снайпер ловит конкассив. Даже снайпера здесь нашли, пошел рор. Телепорта никто не делает. Снайпер до конца живет. Ну почему так поздно-то телепорт делается от Батрайдера? Батрайдер. Прыгнуть бы. Батрайдер. Прыгает. Зацепили лассо у нас Бисмастера. Бисмастер. Бисмастер. Ну вот. Что-то не идет-то команда MVP выигрывать. Там еще и Вич-доктора потеряли на ботами. Антимаг. Фраг снова получил. Антимаг уже есть. БФ. 10-я минута. Что вы творите, MVP? По графикам там уже 2500, по нетворс антимаг топ-1, 5200, у Свена 4200, на косарь ведет. Ну, тут MVP надо отправляться в глубокий фарм с таким успехом, что Свен пока без айтемов, и Свен уже не выглядит таким грозным оружием, как выглядел пару минут назад. Свену нужны барабаны минимум, а дальше ее опять же и блинкдагер, и мом. Ну, опять же, проблемка есть одна. Антимаг фармит быстрее. Это Battle Fury. Антимаг фармит быстрее всех ресурсов своим артефактом Battle Fury. Стаки делались. Какие-то стаков мы не... А, нет, есть стаки. Стаки есть, но тут они для шторма, видимо. Шторм. ПТ, Слоринг, 1400. Ну, посмотрим, арчи-то особо нет смысла фармить. Потому что, а кого здесь сайлить-то? Да некого. Батрайдера, что ли, или снайпера, или Свена. Свен тут с руки без. Снайпер, в принципе, тоже. Снайпера 200 золота, неужели больше ничего нет? ПТ, в рейсбенд и вообще ничего снайпера нет. Снайпер, посмотрите, ой-ой-ой, как же снайпер просел. На косарь отстает от оффлейнера команды Минески, от шторма отстает тут и вовсе почти в два раза. Да, загангали так загангали, два ганга, а сколько неприятностей-то в итоге, да, и по крипстату снайпер. Просел, просел шторма на 30 крипов. Выход у нас, наконец-то выход, пошел в шторма, дается глобал. Улетает шторм, и все. Да, и шторм просто ушел за руной. Там руна на халяву отдается, никто ее не контролит. А зачем? Зачем? MVP уже говорит, да мы уже выиграли, все нормально. А тут как бы расслабились. По-моему, просто расслабились, не более того. Отдают ненужные фраги, лезут непонятно куда.
Там неоправданный лассо, врыв, шторм. Просто всю ману потратил. Там скаймак тем временем убивает Свена, скильнспри. Ну, Лагуна Плей тут вместе с снайпером делает свои чудеса, да. Как-то шторм влетел, вот так вот влетел, вернулся назад, остался без маны и умер. Не знаю, что это было. На уровне 3-2, действительно. Антимаг, готов рваться в Батрайдера. Батрайдер, проблемки, ничего делать не может. Остается почти без маны, правда, ботлом свою жизнь продлевает. Ну и Firefly пытается нарисовать, мана Void. Замахивается антимаг там, но понимает, что, скорее всего, не убьет. Мана Void'ом там, как бы, на пул. Хотя, ну, нет, не факт, не факт. Наверное, бы не убил. Снайпер вышку спушивает вместе с Линой. Ну и вышка падает. Первая вышка для команды MVP. Первые деньги такие хорошие. Тут у нас Свен побежал со своим ультимейтом. Тэп-аут просто делает Сайленсер вот так вот просто, без каких-то мансов. Как же красиво сейчас Сайленсер всех обманул. И Свен потерял свой ультимейт. Просто, легко приходит Бисмастер. Там рядом уже компания Пехотс Икс. Но нет ультимейта у Свена теперь. Нет ультимейта, еще минута. Ну, в принципе, он и так не особо часто этот ультимейт бы прожимал. В любом случае. Ну и смещаются все на ботом. Смещаются, чтобы попушить. Попушить вышки. Вышки это деньги. А деньги это то, что нужно команде MVP. А что? Все там печально. 3000 по золоту команды Минески. Это антимаг еще. Наличие антимага говорит само за себя. Свен. Варкрай. Начинает бить вышку. Тут уже первые некры появляются у Бисмастера. И будет размен такой своеобразный. Миддл-лейна на ботом. Глифа здесь уже нет. У команды MVP Глиф также отсутствует. Ну и Вич-доктор стоит. Видит птичку, видит. И он ничего сделать не может. Ну что ж, разменялись вышками в итоге. Антимаг покупает себе Владимирс. Опять же, будут идти дальше фармить. Плюс Владимирс хорошая аура для команды. Ну и Смоук от MVP пытается найти кого-то, кто будет отходить. Может быть один. Но команда Минески все очень аккуратно делает. По одному не ходит. Фармят лесу там чуть ли не четвером. Барабаны появляются у Свена. Ну и Свену здесь после барабанов нужен какой-то блинк. Либо же сразу фармить мом. Потому что пока что 110 дэмэджа. Но атак спид очень маленький. Очень маленький атак спид. Тяжело кого-то убивать. На топе антимаг. На антимагу очень сложно словить. Даже какую-то лосось, да, что там сразу же успевает антимаг дать блинкаут перед этим лосо. То есть там доли секунды. Доли секунды. Антимаг там сдержка перед блинком очень маленькая. Какой-то юл бы найти. Было бы круто. Юльчик. Стан. Убить. Лина. Задув. Антимаг сразу улетает отсюда. То есть от Свена стана уйти можно, от Лины уйти можно, от касок тем более. То есть остается только лишь лосо. Только лосо и только это шанс, чтобы зацепить антимага. Здесь взять бы вместо какого-то батрайдера, возможно, Дума, либо вместо даже одного саппорта взять Дума, типа вместо Вич-доктора, отправить его в леса, поставить Лину в табле на легкой со Свеном, батрайдера сложно, стать перми. То есть это было бы круче, потому что был бы Дум. То есть отключить либо шторма, либо антимага, это то, что нужно. Антимаг себе везет ПТ, ну вот все же решил шторм выходить. Ворчит, и он уже будет достаточно скоро. Штрафник по миду пошла, ну и Лина готова врываться. Лина с команды боятся, очень боятся MVP. Батрайдер, зацепили, Firefly пошел, должен отсюда Батрайдер уходить. Мистик Флэйр, отлично выйдет, ну а что дальше? Джерекс, Джерекс просто ловит тычку от Сансера. Ассасинейт пошел в Скаймага, Скаймаг выживает. Шторм, врыв, Лина, пошел вортекс, дается шарплин на развороте, ничего не чувствует абсолютно, шторм, летает туда-сюда, налево-направо, убили всю же Лину, ну там шторм без маны, Роар по Свену, Свен, каски, если Дезвард, Дезвард пошел, и вот он убьет этот Дезвард, очень более сайленсеру, там она воет по Вич-доктору, шипает, Батрайдер сбивает Вич-доктор, Лина делает байбек, антимаг, блинк на кулдауне, блинк, аут и улетает, там еще байбек от Лины, там еще байбек у нас был от Лины. Выходит у нас 2 в 2. Даже в 3-2 батрайдера тут не считают. Ну и погиб шторм, но антимаг жив. Антимаг получает фраги. 4-0-0, КДА. Антимаг не щадит. Вторые некра есть уже у Бисмастера. По графикам, опять же, все очень печально для команды MVP. 5000 по золоту, 5000 по экспириенсу. Свена здесь пока что себя особо как-то не проявляет, но Свена нужно фармить. Свена нужно фармить, потому что, ну, избрали они путь убиваторов. Убиваторов на сложной, там особо они не наубивали. То есть 3 фрага не так уж и много.
Свен там особо не фармил также, ну и в итоге у Свена нет ни того, ни другого, то есть ни каких-то фрагов огромного количества, ни крипстата. 1900, ну что ж, блинк-дайгер либо мом. Либо просто сначала блинк, а потом мом, либо мом сначала блинк. Посмотрим, посмотрим, что же купится на самом деле. Батрайдер. Его здесь видят. Птичка в инвизе стоит. И говорят, может быть, Батрайдера убьем. Как бы изи фраг. Но там выходит уже MVP. MVP. Ставить 4 героев. Заход на Рошана. Нет, ну это бред. Это Рошана бить особо не получится. И снова игра успокоилась. Но вот антимаг-то фармит. Антимаг фармит. Антимаг будет становиться с каждой минутой сильнее. Блинк у Свена. Но Свену нужен дэмэдж. Либо так спит, либо дэмэдж. Потому что пока что... Только на ультимейт надеяться, это такая вот псевдо-надежда, плюс на дезвард надеяться какой-то, там сразу сбивается все глобалом. Ну и выход в леса от команды Минески. В лесах никого нет, стоит у нас своем просто на миду, и остальные MVP фармят в чужих лесах, вот так вот забавно выходит. Одни фармят чужих, вторые в чужих, все в чужих лесах. Никры от Бисмастера, Никры номер два. Ну и по нетворсу по-прежнему. Антимаг 12 тысяч, Свен 6800. Какая же разница огромная. Да. И Шторм уже Свена также перегоняет. Там антимаг нафармил, так нафармил. Заход на Рошана. Рошана бьет очень, ребята, долго. Даже со Свеном, даже с ультимейтом Свена. Со станами всеми возможными. Ну надо Аегис, конечно, надо какую-то защиту от неожиданных смертей. И секундные на 30 теряю, теряю также тир 2 вышку, ребята. Ну вот, тир 2 на Рошан разменяли. Я думаю, Минески прекрасно понимали, что там скорее есть Рошан. Но тут еще антимаг фармил. Как же прыгнул Батрайдер, почти зацепил этого антимага, совсем немножко не хватило. Антимаг, Яша, ну вот с Манта Стайл это будет вообще беда, потому что юзаешь Манту, прыгает этот Батрайдер, и кого цеплять-то непонятно, там две иллюзии. Там надо как-то угадывать, как-то прям чувствовать, где настоящий, где нет. Это сложно. Да, уже арба есть, и антимаг продолжает набирать свою мощь. Становится сильнее и сильнее. Свен же, но есть Аигис, есть блинк. Надо что-то на дэмэдж. Либо она так спит. Мом. Вполне. Кристаллис вполне. Ну, посмотрим. Арчит у Шторма также вырисовывается. Ну, слушайте, я-то думал, это будет 2-0 изи. А тут, по-моему, вырисовывается это 2-1. Вот что-то к этому идет. Тимак тут стаки нашел. Начинает также фармить. Ну и Джей покупает себе таки Манта Стайл. На MVP просто ждут. Просто ждут, фармят. Ну, не то, что ждут, да. Тут Свену просто нужен фарм. Дикий фарм, дикие айтемы. То есть, в принципе, 6 слотов Свен, наверное, антимага и убьет. Но до 6 слотов нужно еще дожить. Батрайдер. 11 уровень, форстав блинк. Руна хасты в ботле. Ну, у Батрайдера как бы айтем-то неплохие, все есть. Еще какие-то травелабы купить себе, а потом, может, Линкин Сфер. И все. Но там уже третий Некра появляется у Бисмастера. И все же это Владимир Сусвен, это не какой-то мом. Не захотел рисковать, не захотел. Ну да, он понимает, что там очень много дэмэджа идет. И без БКБ мом не такой крутой артефакт. Но Владимирс... Да, ауры, да, клево, но... Для Свена купил же тогда доминатор себе. Ну, ладно, окей. Там волка того же, да, приручи, будет с тобой волк бегать, давать тебе дэмэдж. Батрайдер в лесах фармит. Не свои леса, там шторм. Шторма у нас Батрайдер видит, ну и... Идут MVP по топ. Там стоит еще тир 1, нужно эту вышку забирать. Вышка без бэкдора, вышка самая слабая, вышка, которая дает немало денег для команды VP. Это очень нужно. Нужны деньги, без денег здесь просто Свен ничего не сделает. Снайпер тоже пока не особо силен, хотя по ХП снайпера все уже стало вполне симпатично. 1300 ХП. Я не знаю, будет ли это Скади, либо Манта Стайл, потому что, ну, Манта... Манта-то особо так не нужна этому снайперу именно сейчас, а вот Скади вполне. Ну что ж,
Топ, видимо, ребята отдают. Да. Тебя гриф прожали. Пока сейф ТП ники не делают. Синус Батрайдер. Так, желаем пропушивают неплохо вполне. Некры просто бегают без матера в лесу, фармят. Ну и Скаймак выходит пока сюда один. Свен еще Эггис будет действовать 2 минуты целых. Бьется Тауэр. Батрайдер. Батрайдер. Пытается улететь. Там антимаг нашел снайпер. Убили на миду вместе со Штормом. Шторм еще и ЗД был. Но вышку забрали, но потеряли, скорее всего, и тир 2, и снайпера. Ну, по-моему, опять же, была беда против Селанинга. Джея подцепили, пошел сразу глобал, стана не прожать. Джей прождал просто этот ультимейт Батрайдера, сделал блинкау, прожал мантастайл, там еще чуть-чуть не сгрыз Вич Доктора, и все. Так вот, процесс лайнинга был проигран, пошли втроем на ботом в сложную, и там особо там что-то невероятного не делали. То есть антимага они не убили ни разу. Антимаг ни разу не погиб. Вот и все. И антимаг фармил. Фармил там очень круто. И там, сейчас посмотрите по нетворкс, какие разницы огромные. На 6000 перегоняет Джей своего оппонента из команды MVP. Перегоняет. Форева. Форев 1800 есть на руках. Ну и... Что, скади какой-то? Нет, купился гиперстоун. Ну... Кираса, по всей видимости. Кираска. Теперь же надежда на ультимейт свой. Плюс тиммейтов. Тайтемов пока что на дэмэдж мы особо не видим. Ну да, там Владимир, конечно, дэмэдж дает. Свою ауру, но... Антимаг. 3600 есть. В принципе, можно купить себе райт-кликом БКБ. Можно купить себе уже выход какой-то. Башер, либо Тараску. Посмотрим, что уже и будет покупать именно. Даже Баттерфляя можно купить, чтобы не париться насчет этого Свена. Ну и Батрайдер полетел. В свои же леса фармить. Тут рядом есть Некра. Некра умирают. Прожили всю свою жизнь. Ну и гем у ВД есть. Смоук и Зайцы. Пытаются MVP кого-то хоть находить в соло, чтобы хоть там кто-то фармил один. А тут никто не фармит один. Тут Селтер, рядом сразу Скаймак, рядом Бисмастер. Смещается Свен. Свен. В принципе, можно убить Сайленсера. Сайленсера нашли. Пошло лассо. Ставится Дазвард. Три ультимейта. Просто три ультимейта. А зачем был использован Лагуна Блейд? Не совсем понимаю. Свен. Прыгнул Скаймага. Скаймага убить сложно. И все. Но, опять же, это хоть какие-то деньги получает. За этого Сайленсера уже неплохо. И можно пойти там тир 2 попробовать немножко побить. 500 золота получили. Хорошо. Немножко экспириенса. Потому что с такими графиками нужно хоть что-то отыгрывать. Потому что игра там... С 12 минуты, по сути, идет в одну кабину. В одну сторону антимаг покупает себе райт-кликом БКБ. Вышка. Без глифа. Бежит сюда антимаг. Антимаг, по сути, может пятерых убивать, если захочет. БКБ со своим, реально. Антимаг прыгнул. БКБ прожал. Ой-ой-ой, как же неаккуратно сейчас прыгает антимаг, хотя рядом тут Скаймаг. Эншин Сил повесили на Свена. Антимаг, ну хоть кого-то пытается найти. Улетает здесь Элина. Зацепили лишь... А, там еще и Свена убили. Свена тоже убивают. Скаймаг. Батрайдер. Батрайдер. Мана воет. Минус 3. Я, конечно, не говорю, что ГГ уже пора писать, но, по-моему, все к этому идет. Даже с таким врывом антимага очень кривым, они смогли убить троих героев. И Свена убили. Свен не зашел. Не зашел здесь Свен. Вообще никак. То есть, опять же, был бы какой-то джиггернаут, было бы круче, наверное. А вот Свен, ну, что есть Свен, что нет, он дает там стан. То есть дэмэдж даже с ультимейтом его абсолютно не чувствуется. На. Не густо. Снайпер у нас в инвизе. Бисмастер купился также. Блинкдаггер, третий, Некры, Стикер, Боб Веном. Очень богатый бис. Вот здесь снайпер он по нетворсу находится. Шторм, 1000 золота. В курьере готовый Бладстоун. Бладстоун, который... Совсем скоро уже прилетит. Да, вот он уже полетел. Тут снайпер видит антимага. Антимаг пошел в леса. Пытается хотя бы снайпер хоть какую-то инфу давать. Говорит, он в лесах. Он 100% где-то в лесах фармит. Где не ясно. И бежит вот сюда. И должны вот здесь его ловить. Должны. Джей пошел на лейн просто фармить. Ну и Джей успеет ли подцепить. Ну там опять же сразу дается глобал. Батрайдер прыгает, Джей зацепили, начинают бить, сразу опять же глобал дается и все. И все, о, Джей, Джей БКБ еще пошел, всех тут убивает, Джей есть блинк, прыгает, мантастайл пока не дается. Ну Джей тут один очень долго остается, Джей, Джей, блинкаут, уходит, пошла шарапнелька.
не точная. Антимаг, ассасинейт даже решил снайпер не давать. И они все дали. Прыгает шторм. Мистик флэр. Снайпер. Снайпер выживает. Наши силы по линии. Тем временем Беспастер просто с третьими некрами идет грызть. Грызть все, что можно. Свен. 400 золота, говорит. Нашел 400 золота. Главное, 400 золота-то не умереть. Оставляет некров в покое. Ассасинейт. Пошел у нас кого? Понятно, кого в любом случае никого не убивает. Тут немножко зафармил этих некров. Ну и гиперстоун есть. Я не знаю, если это кираса, по-моему, тут опять же забей, потому что дэмэджа нет. А чем бить? Кираса-то дэмэджа не дает. Какой-то, может, не знаю, купить молнии себе. Ну, нет, а вряд ли это будут молнии. Ну, не знаю, не знаю. 15-10. По графикам 15 тысяч по золоту, 15 тысяч по экспириенсу. Огромные цифры вырисовываются. Пока, опять же, команды не сдаются, команды играют до последнего, до самого, что ни на есть конца, но не на СК, врыв от шторма, шторм дает арчит, надо просто улетать отсюда, каски полетели до конца, шторм, кстати, без маны, а там регенерация, регенерация отсюда просто улетает, красавец. Сейчас еще и фуловый будет. Ну и Рошан-то есть, в принципе, тому же Джей можно отдать Аегис вместо топорика. 4500 сверху и купить какой-то баттерфляй. Просто никакие там не башеры, не тараски. Купить баттерфляй, все, по нему просто не попадут. То есть Лагуна Блейд ПКБ пока что не пробивает. И пробивать навряд ли в этой игре будет. Пласо так или иначе все равно будет пробивать ПКБ. Ну и все, а там снайпер Свен они просто не будут попадать. Что-то себе купил. Джей, да, баттерфляй. Вот он, баттерфляй. И теперь как вообще это магину убить? Я не знаю. Его вот так убить не могли, а с баттерфляем это нереально просто. Притом, вот сейчас этот стак он выформит, там будет, ну, почти готовый баттерфляй. Патрайдер там снова умирает. Я не знаю, почему ГГ еще не пишут. Тяжело. Это антимаг. Антимаг, который сейчас на пике своего фарма, на пике количества своих айтемов. Панетворс перегоняет Свена на 10 тысяч. 10 тысяч. Посмотрите, какой трэш. Да, баттерфляя остается. Тут 400 золота, курьер уже полетел. Курьер уже все знает, курьер все понимает. Здесь пытается как-то MVP за спину зайти, но Джей, он вообще не боится Джей. Джей, БКБ выражает, Манта стайл, пока что без БКБ, начинает грызть Свена. Ловит иллюзию стан, Джей. Минус Лина, как минимум. Глобал пошел, зацепили у нас еще и также и снайпера. Пошел Рор, минус снайпер, снайпер без байбека, минус Вич-доктор. Минус 4, все без байбека абсолютно, ну что... Давайте напишем, давайте начнем дальше играть. Антимага Бутерфляй себе купил, о чем вы, ребят? Здесь вообще нет смысла играть, потому что даже вы антимага убиваете, если каким-то чудом, то и что дальше? Ничего. Пошли, ребята, на территории. Они даже не хотят идти никаких тарашанов. Они хотят закончить игру и начать следующую. Бьет сер 3. Забрали вышечку, пошли на бараки. Глифа нет, снайпера нет. 30 секунд, 30 секунд нет снайпера. Собирается страна, идут ребята на вторую сторону. Что делает команда MVP? Правильно, ждет, пока капитан решит написать ГГ. Манта стайл, минус вторая сторона. Что будут делать Хименески дальше? Они пойдут на третью сторону, это такой лол. Падает Ренжо Барак второй стороны, ими лишний также. И там по графикам такой будет опять же скачок. Ну и можно, можно отойти в принципе, да. Хотя могли и на третью сторону идти, потому что вроде как MVP не собирались воевать. Ну, типа, да, мы ждем снайпера, со снайпером все будет. Да ничего не будет, со снайпером и антимаг. Уже Аегис некуда класть, только вместо Владимирс, как вариант. Ну и пошел он с этим Рошаном. Ну и в соло его можно собирать, там такие тычки залетают, там очень много. 450 дэмэджа, по сути, влетает от антимага у Лины на минутку 900. У Вичдоктора тоже 900 хп. О чем вы, ребят? О чем? Почему эта игра еще продолжается вообще? Но Минески молодцы, ой, порадовали. Это порадовали, как порадовали. Притом, ладно бы там они на халяву как-то выглядели. То есть они просто на скилле, с огромными графиками, с огромным преимуществом одолели своих оппонентов. Притом, по сути, с первой минуты. Там умирали Башеру антимага. Шторм полетел. Батрайдер, телепорта нет. Батрайдер тут, конечно, может массовать 100 лет, но выжить ему не удастся. Мистик Флэйр. Минус Джерекс. Скаймак летит на базу, антимаг идет заканчивать игру. Dire's bottom tower is under attack.
World of Atlas, так что скамейка появляется. Но тут все богатые, понимаете, тут реально, там все очень богатые. Снайпер остается от Бисмастера. Свен там 13 тысяч. Антимаг 27. 27 кусков за 30 минут. Какой же там ГПМ огромный. Ставится пауза, отмена эски. Какие-то проблемки, кстати, такая пауза. Не самая удачная. Или вайтская маг. Ну, он сейчас ливнет. Жей его бьет в сторону. Кстати, кому-то Маикс достался. Видимо, Шторму, да. Владимирс выкладывать не решился. Антимаг. Дисконнект пишет. Ребята, ну, подождем. Подождем. Хотя, опять же, по-моему, тут ждать особо долго не придется. Очень беда. Особо долго ждать не придется. Скай уже возвращается, да. Корка его появилась. Ну и заход на тир-3 от команды Минески. Есть Айгис у Шторма. Шторм здесь совсем рядом. Джей под БКБ стоит, бьет. Остаются голые бараки последней стороны. Антимаг упрыгнул. Свен пошел с ультимейтом своим. И вот так вот просто говорит: а мы не будем воевать. Мы дождемся, пока ультимейт у тебя закончится, друг. Ультимейт совсем скоро-то и закончится, действительно. И дэмэдж уже будет там не по 300, а он там будет опять соточка, там плюс 35, окей. Там Сайленсер вообще где-то далеко. Рефрешер у Сайленсера. Два глобала. Ну, это не пережить. Это, друзья, не пережить вообще никак. Ни при каких условиях. Как бы там сейчас круто MVP не... Там, понимаете, ставит Дезвард наш Витч-Доктор в пятерых. И у него был бы еще Аганим. Это глобал. Все. То есть, это вообще без шансов. Строение тут очень крутое. У Джерекса прям... Лайк жалко нельзя поставить. Донатер. Ой, донатер там накупил своих зеленых статуй. Ну и Минески чего-то боятся. Непонятно чего, у вас есть Аегис, у вас есть преимущество в 28 кусков. 28 тысяч. 28 тысяч. Ну эти 28 тысяч почти все составляют наличие нетворса у антимага. Антимаг, покупайте Abyssal Blade, антимага. 6 слотов, реально у него 6 слотов, ему только ПТ заменить. И все, надо идти заканчивать. Там заход от MVP пытается как-то за спину зайти. Хоть кого-то зацепить, хоть какого-то бесмастера убить, чтобы воевать хотя бы 5 на 4. Но, опять же, непонятно, кто кого цепляет. Антимаг, лассо, антимаг, сразу глобал. А что дальше? А дальше нечего. БКБ прожимает антимаг, начинает бить Свена. Свен у нас должен умирать. Да, тут еще вот так вот антимаг танцевал. Как же издевается диджей над командой VP. ГГВП. Просто издевается Минески над своими оппонентами. Вот этот последний файт, это было вообще что-то. Кто бы мог подумать? Все уже, опять же, и я говорю, что MVP Hot Six это изи 2-0, а тут 1-1, третья карта у нас будет, ну и посмотрим, кто же выиграет. Будет у нас пауза минуток это 5, я думаю, не больше, не меньше. Пока слушаем музыку, отдыхаем. Небольшая музыкальная пауза.